Итак, друзья, из курса «Добудь и сожри», вот что ночью мне удалось добыть. Ночью мне удалось добыть рыбы гуанчинчи, но вот из... Вот такая добыча. Еще есть краб и рыбы. Но вот это требует немедленной разделки. И сейчас я этим и займусь. Вот. Вот, друзья, к сожалению, я не мог одновременно и снимать, и разделывать, и некого было озадачить, и штатив с собой не взял. Вот шкурка, соответственно, этой летучки, и вот то, что пойдет в пищу, уже потрошенное, и так далее. Я совсем не был готов к разделке летучей мыши. Ну, в память о COVID-19, я думаю, как-нибудь я забабахаю здесь шурпу из 20 мышей. А пока вот это вот и значительное. Вот летательные мышцы, конечно, обалденные. Чем хороша эта мышь? Это фруктоед. И мясо у нее должно быть очень вкусное. В отличие от насекомоядных. Вот еще что удалось мне поймать этой ночью. Ну, как бы сразу говорю, что на поимку у меня ушло всего вот летучие мыши, двух вот таких гуанчинч, одну мы уже съели, и вот краба. Сейчас его. Вот. Я бы мог еще, кстати, набрать креветок. Но что-то они мелковаты в основном попадались. Соответственно, вот удалось мне поймать летучую мышь. Я поймал случайно. Но я знаю, как делать ее промысел. Их. Как отловить их много, если что. И вот, соответственно, такая у нас белковая вещь. Это краб. Обратите внимание на лапы, какие у него. Вот эти клешни раньше индейцы использовали здесь как нож. То есть они ими затачивали именно стрелы и прочее использовались. И вот гуанчинча, или она называется тайра вообще, а по латыни это гоплиас малабарус. Вот.